Поворот ключа, и Субару тихо трогается с места. Исах Ававдех переоборудовал свою машину. Он вынул из нее двигатель, работающий на бензине, и установил вместо него электромотор и солнечную батарею на крышу. Я установил электрический двигатель, аккумуляторы и другие классные штуки. Но в остальном это обычная машина, которая не отличается от других. Ававдек говорит, что если бы у него было больше денег, машина работала бы исключительно на солнечной энергии. А пока он заряжает батареи от сети, и этого хватает для работы электрооборудования машины, включая фары, дворники и приемник. Эти доработки обошлись инженеру примерно в 4000 долларов, но сократили расходы на дорогу примерно на 90%. Раньше, чтобы доехать от дома до работы, мне приходилось тратить 2,5 доллара. Теперь такой же путь на этой машине мне обходится в 30 центов. Это значит, что я очень много экономлю. Ававдек говорит, что его машина – идеальное решение для западного берега Иордана, где дороги перегружены. Из-за большого количества контрольно-пропускных пунктов машины на бензине становятся невыгодными. Сейчас он ищет спонсоров, чтобы сделать машину с запасом энергии на 200 километров, которая сможет двигаться со скоростью 120 километров в час и заряжаться на 70% от солнечной батареи.